Всем привет! Это канал Alex Dan Pro, и сейчас я покажу вам, как очистить старую чугунную сковородку при помощи болгарки и специальной щетки металлической на болгарку. Как вы видите, сковорода очень грязная. Слой черного нагара миллиметра два, а то и три. Как вы видите, и снаружи, и изнутри сковороду нужно вычистить. Собственно, пробовали разными моющими средствами, скажем так, это результатов не дало никаких. И чистили всякими порошками, тоже эффект незначительный. Так, берем нашу болгарочку и слегка прижимаем, зачищаем нашу сковороду. Вот, собственно, и результат нашей работы. Чистая сковорода. Как вы понимаете, скорее всего, она никогда не чистилась. Мы нашли ее на даче. Вот. По всей видимости, сковорода была очень старая, так как в процессе чистки мы обнаружили клеймо ценника. Вот, 70 копеек. Представляете, да? Ей лет 20-30, может даже больше. И болгарка легко с ней справилась. Вот, на этом все. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока-пока!